Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Resident Evil 2. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии попали в кабинет шефа полиции, встретились с этим козлом. Он девчонку с собой забрал. Ну а мы с вами, получается, продолжаем в полицейском участке. Нам нужно теперь с вами проверить, что у нас находится на третьем этаже. Первый этаж мы полностью посмотрели. Давайте теперь посмотрим, что у нас находится на третьем этаже. У нас есть, в принципе, ключ. Отлично, тут есть доска. Доска, но у меня очень места мало. В принципе, можно будет взять. Давай вот сюда вот положим. Потом, если что, выложим. У нас тут недалеко наш инвентарь. Так, световая. Хорошо, тоже, в принципе, подойдет. Патроны, это круто. Так, ну и что, получается здесь все. Да, здесь все. А на балкон пока не выходим. Здесь у нас есть зомбари. Давай, наверное... Встанешь? Пока там стоит. Я не знаю, встанет, не встанет. Сдохни, собака. Да блин, сколько же надо тебе, блин, патронов в голову. Жесть какая-то. Так, места как раз хватает под эти боеприпасы. Отлично. Ножик. Девать пока его некуда. Запчасть, в принципе, тоже девать некуда. Здесь еще трава есть. Тоже ее девать некуда. Давайте тогда, наверное, догуляем мы с вами опять до своего инвентаря. На балкон пока не пойдем, потому что надо будет сначала здесь все зачистить. Тиран сюда пока вряд ли придет. Так что все хорошо. Время есть у нас спокойно тут походить, побродить. Доску переложить. Это переложить. Ну и в принципе пока получается, что все. Места реально очень мало. Не хватает. Просто пипец какой-то. Там у нас, получается, осталась трава, да? Ну и сама деталь. На крышу пока не идем. Так, трава где-то здесь была. Вот она. Ты еще живой, что ли? Да ё-моё! Кошмар. Да что ж такое-то? Да не может такого быть вообще в реальности. Это надо целую обойму в него всадить. Так, что-то тут еще есть. Блин, там зомбар есть. Это точно. А, здесь шестеренка. А она занимает, по-моему, два места. Да, она занимает два места. Ладно, давайте пока деталь... Сейчас мы сразу ее, получается, разберем и выложим в инвентаре, потому что она нам здесь не потребуется. Блин, еще этот ножик есть. Там еще зомбарь есть.
Не, ну убийство зомбарей втихую — это очень хорошо, потому что тогда второй не отвлекается. То есть одного спокойно грохнул и все, если он второй тебе не мешает. Да заходи ты, мать. Вот, отлично. Так, выкладываем, значит, траву. Выкладываем тебя. Ключики, наверное, пока лучше оставить. Блин, я сейчас реально задолбаюсь бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Еще не факт, что мы сможем с вами этот... к часовой башне нормально пройти. Допустим. Так, есть у нас все, отлично. Замечательно. Закрыто у нас здесь. Вот что плохо. Может быть, тогда шестеренку пока оставить, потому что не факт, что она нам сейчас пригодится прям конкретно срочно. А место нам требуется. Да, это реально получается беготня туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Не хватает места вообще. Тоже выложим ключ. Сердечко, по-моему, мне сейчас уже пока не пригодится. По карте. Это аж только вот здесь вот. В принципе, так же, как и Бубновый. Давайте, наверное, ключи тоже выложу сюда. Если что, потом в проявительной комнате возьму. Ну а пока получается путь только на балкон. А если на балкон, то появится тиран. Кто-то же должен будет убрать вертолет. Что у нас здесь? Еще трава. Ну давай пока возьмем. Отлично. В принципе, все. Спускаемся. Тоже упадешь? Ты же легче. Молодец. Ну да, также получается, надо будет тушить. Так, вас можно, в принципе, объединить. Уже хорошо. Туда еще потом... добавить зеленый, все прекрасно будет. Ну тут сейчас у нас будут зомбари. Господи, как ты кряхтишь. Ну давай, давай, давай. Ну вот как понять, сдохла она или не сдохла? Вообще непонятно. Блин, тут еще и трава есть. Притом не одна здесь. Ну одну, допустим, сразу сюда. Объединяем. Второй придется сюда положить пока. Что-то еще здесь есть? Нет. Все, дальше у нас получается котельная. А, она закрыта. Jesus. Jesus, вот тебе и Jesus. Oh, если встанет, в принципе, добьем. Не страшно. Встал. Ты эссел, да. Полный эссел.
Ну, допустим, если сейчас этот тиран появится, то у нас путь это на лестницу. Других вариантов нет. По лестницам он вроде как не лазит. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что он не лазит. Ну, давайте потушим пока вертушку. Ну что, тиран, идешь? Идет. Еще бы не шел. Еще бы этот пес не шел сюда. Давай, мать. Он может карабкаться? Да ну. Нифига ж себе. Вот это поворот событий. Он может карабкаться. Так, вот эту траву, наверное, я выложу. Лекарства пока оставлю. В принципе, три места у меня есть в инвентаре. Надо будет сохраниться только сейчас. И мне надо будет, получается, наверх. Потому что здесь-то я нигде не пройду. А так смогу по второму этажу побегать. А побегать мне уже смысла нет, потому что мне нет этого ключика. Поэтому надо будет спускаться на самый первый этаж. На первом этаже что у нас здесь? Здесь, в принципе, ничего. Только чисто пробежали. А, так тут лечебный спрей где-то был. Офигительно круто. И, в принципе, получается, что можно через второй этаж попасть. Нам надо будет на третий забрать этот ключ. То ли на первом этаже. Блин, грохочет так, как будто вот буквально вот здесь, вот рядышком с тобой. А в итоге где-то на первом этаже лазит. Офигеть. В принципе, здесь все. Ключика-то у меня нет, поэтому придется на первый этаж. На первый этаж. Лучше пройти здесь. Мне нужно на вернее, через библиотеку на второй этаж, да? Кстати, здесь же есть сейф. Надо будет взломать сейф нам с вами. А где здесь было лекарство-то? Вот лекарство. И место есть? Место, в принципе, есть. Давайте возьмем на всякий случай. Я вроде здесь от этих зомбарей избавился. А, кстати же, здесь есть у нас, да, возможность сохраниться и, в принципе, выложить лишнее все. Так, тебя выложить. Давай, наверное, пока тебя тоже выложим. И сохранимся. Надо почаще сохраняться, когда рядом тиран бегает. Отличненько. Теперь нам нужно с вами на второй этаж. Там эту тварь убиваем до конца. Берем все, что у нас там есть в сейфе. И по второму этажу валим в библиотеку.
Дальше поднимаемся выше. Но он вроде в той половине лазит, поэтому все пока нормально. Пока нормально. Так, надо вспомнить пароль. Давай вспоминать пароль. Шесть, два, одиннадцать. Ага. Шесть, два, одиннадцать. 6. Подожди, а 6.2.11 или 6.11.2? Что-то как-то я этот поспешил. 6.2.11, все правильно. Подсумок. Блин, нет, не подсумок. Магазин. Ну, явно не с ним, конечно же. Не с ним, понятное дело. С тем, что у меня нету. Ну, вернее, у меня есть пистолет, но на него патрон нет вообще. Надеюсь, ты окончательно сдохла, мать. И больше не встанешь. Остался еще один утырок здесь. Ну вот почему нельзя сзади аккуратненько так подойти и грохнуть его, да? Отлично. Удачно так обошли. Место есть еще? Место пока есть. Нам нужно... Стоп. Я же не попаду в библиотеку-то, ё-моё. Мне нужен ключ. Бляха-муха, услышал. Или увидел. Ну все, патрон заканчивается, блин. Круто. Мне вообще, по идее, надо оба ключа сейчас взять, чтобы себе проходы пооткрывать. Поэтому тебя пока я выкладываю. А ключи пока забираю. Так, еще раз сохранимся на всякий случай, чтобы второй раз это не проделывать. Одна деталь у нас уже получается есть, вторую только когда в башню попадем. Для этого надо заиметь ключик. Где-то здесь лазит. Этот тупырь где-то лазит здесь. Так, ладно, мы здесь... А сможем открыть, кстати, вот эту вот комнату. И попасть в комнату записей. А ты откуда попал? Твари. Вот тебе, пожалуйста, и окно, откуда они попадают. А вот еще один. Беги, мать. Вот их там набралось, целая гора. Фух. Открываем. Так, что у нас здесь? Во-первых, это рукоятка, да? Ну, попасть ты не можешь, друг. У тебя тут дверь закрыта. Граната. Давай на всякий случай возьмем. Порох.
Порох некуда складывать. Хорошо, какие наши дальше с вами действия? Нам нужно попасть, получается, выше. Выше аж на третий этаж. Так, подожди, а это зеленый ключ, у нас такого нет и не будет. Да, у нас такого нет и не будет. У нас будет вот такой вот синий. Мы, получается, сможем открыть здесь проход. Да? Здесь в библиотеку. И, в принципе-то, получается, что все. Больше ничего не откроем. Третий этаж. А третий, это когда я библиотеку сделаю проход, тогда я смогу. Да, черт возьми. Надо на третий этаж. А ты откуда появился здесь, утырок? Сгорит уже. Отлично. Фух, давайте дойдем уже до сохраняшки здесь. Сейчас лишний повыкладываем. Это граната пока. Ключ, который уже не нужен больше, в принципе. Да, и надо будет тогда сейчас пленочку взять, чтобы она тут не мешалась. А, и да, запасной ключ сюда. Пленка. Потому что мы сразу ее проявим, и все будет отлично. Это мы знаем. Хорошо, с этим все. Что еще у нас тут можно будет? Куча пороха. Кстати, тебя надо будет сейчас взять. Тебя взять, объединить и потом снова выложить. Да, не изучить. Объединить. О, отлично. И выкладываем. Еще 13 патронов. Заманчивое предложение, но я лучше пока его оставлю здесь. Потому что пока мне непонятна ситуация с патронами. Так, хорошо. Что можно будет взять? Окна заколачивать, теперь уже смысла нет никакого абсолютно. Лечение у меня, в принципе, есть. Травки пока мне не нужны. Досок только две у меня получается. Тут надо внимательно все рассчитать. Значит, получается, сейчас попадаем в комнату хранения. Используем какую-нибудь кнопку, да? Там у нас 203, 208, 102, 103. Посмотрим, что лучше из этого сделать. Куда поставить, да? Ну и надо будет на второй этаж идти, потому что там у нас есть прачечная. Да, используем как раз ключ. И, возможно, он нам тоже уже больше не пригодится. Так, сохраняемся. Тут прям надо все рассчитать до ювелирной работы прям. До миллиметра. Каждое расстояние, оно играет важную роль. Замешкался, все, ты труп. Что лучше взять? Здесь порох, здесь нож. Ни то, ни то, в принципе, нафиг не надо пока. Двести восемь. Отлично.
208, наверное, будем использовать, потому что все остальное нет. Да ё-моё, не туда, блин. Нажал же тебе, мать. Этот упырь опять здесь бегает. Да господи, используй ты кнопку в конце-то концов, не то. 208, да? Значит, на двоечку. Тихо, подожди. Я еще пока не открыл. Опа, опа, опа. Фух. Вот было бы классно тебя закрыть, друг. Давайте смотреть, куда лучше пойти. Сейчас надо быть внимательным. Надо каждая секунда, каждый миллиметр. Все очень слишком нам дорого стоит. Либо на третий этаж бежать, чтобы взять вот этот вот ключ, который уже давно пора взять, да? Потом через запасной, через кладовую попадаем в библиотеку. Разбираемся там, получается, в библиотеке со всеми трупаками. Начинаем двигать эту вот платформу туда-сюда. Да, и попадаем сюда, в часовню. Может быть, он потом, кстати, исчезнет, как вариант. Можно будет здесь пробежать, открыть здесь проход. В общем, получается, сейчас, наверное, будем бежать на третий этаж. На второй сейчас пока смысла нет. Кладовку, конечно, хотелось бы открыть, но мы сможем, в принципе, через библиотеку пробежать. Так что, прямиком на третий. Прямиком на третий, забираем ключ. Варёныш, а? Ну, в принципе, лучше пусть он будет бегать за мной. Oh, no. Ты сдохнешь? Так, доску, наверное, я возьму. Фух, что у нас здесь? Здесь у нас все. А, ну в часовой не попадает сюда, все правильно. Все правильно, все логично. Так, используем рукоятку. Вот зараза, живой. Он все-таки их раздалбливает. Это хорошо, это хорошо. Замечательно. Да двигай ты. Беги, 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 беги. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Сюда, упыри. Так, эти сдохли, походу. Это хорошо. Давай, 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 сопляк. Будем с тобой бегать, как Леон бегал. Замечательно, сразу вниз. Блин, мать, тебе бы тоже бы научиться прыгать отсюда. Давай, 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 давай. Здоровый ты, упырь. Ой, какой здоровый.
Блин, иногда все равно тоже, мне кажется, бежит. Не просто быстро идет, иногда тоже бежит. Блин, мне надо как-то использовать светошумовую, что ли, для него. Давай, мать. Беги. А у нас ничего нет. Ни светошумовой, ничего вообще абсолютно. Только, по-моему, ножик был. Прыгнул. Отлично. Я очень близко, кстати, подвинул. Это хорошо. Так, по патронам у меня здесь голяк полный. Давай. Замечательно. Прыгнул все-таки, пес. Все-таки прыгнул. Так, у меня, блин, ключик же есть. А я могу, кстати, его сюда позвать? Давай, здоровый. Не хочешь? Вот собака, не хочет. И смотри. Так, тут у нас что-нибудь есть полезное? По идее, должно быть что-то быть в холле полезное. Опа, он здесь. Так, а куда мы здесь выйдем? Восточную кладовую, нормально. Нормально, там потом можно будет сохраниться, если что. Давай, открывай. Давай, мать. Все, чувак. Фух, хорошо. Доску можно будет сейчас выложить. Что еще у нас? Ох, блин. Надо будет теперь открывать все двери, проходы. К сожалению, здесь мы никуда не попадем. К сожалению. Надо будет только через третий этаж бегать. Потому что через первый это бесполезно. Хотя, в принципе, не бесполезно. Его можно будет сюда заманить. Здесь перепрыгнуть. Тут, по-моему, по центру стоял где-то стол. Можно будет через стол бегать. Ну, лучше не рисковать, конечно. Давайте лучше сохранимся. Вот знать бы, где он сейчас ходит. Было бы вообще здорово. По-моему, пошел на первый этаж. Да. Отлично. Он, получается, бегает из комнаты в комнату, да? Ну, ходит. Упрется, развернется, дальше пойдет. Фух. Так, а у меня нет сейчас шестеренки. Мне сейчас в часовню идти бесполезно абсолютно. Давайте, наверное...
Вот от тебя надо будет избавиться. Вот зараза, он здесь, блин. Так, куда, в какую сторону мне? Часовня. Бесполезно сейчас. Значит, пока в библиотеку, да? Открываем здесь проход. Спускаемся на первый этаж, открываем еще проход. А, нет, сюда, в прачечную, точно. Не сюда тогда получается. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что-нибудь есть? Патроны есть. Отлично, сюда-сюда. В прачечную. В прачечную, чтобы открыть ключик. Порох. Порох пока заберем. Ключик можно будет выкинуть. Еще один сейф. Сразу, наверное, давайте его откроем. Ух ты, блин. Ага. Так. Так, сюда, сюда. Крест-накрест, да? А, черт возьми. Ладно, допустим, так. Сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда и сюда. Отлично. Ну, там еще одна будет кнопка, вторая, которая. Изучать не надо будет нам с вами ее просто... Мы сейчас тогда через второй этаж бежим на первый этаж. На первом этаже комната хранения и, в принципе, потом еще западный офис. Ну, вроде пока тишина, я лучше спокойно пройдусь. В принципе, мы уже тут почти все закончили. Осталось только в часовню. А в часовню... Твою дивизию! Он здесь уже оказался, блин. Ты представляешь, он уже оказался здесь. Вот пес. Наверх, наверх, мать. Фух. Опять часовня, да? Восточная кладовая. Ну да. Ну, в башню смысла нет идти просто, блин. Получается только библиотека, но он сейчас там находится. Восточная кладовая. Через балкон, что ли, получается? Нет, балкон это у нас никуда не ведет. Здесь тоже смысла нет никакого. А, нет, балкон, допустим, ведет. Мы можем вот так вот пробежать. Хм. Ну, допустим, да. Скорее всего, наверное, так и сделаем сейчас. То есть мне сейчас налево и прямиком сюда. К
Надеюсь, ты все, сдох уже. Не кряхти. Так, крыша, второй этаж. Спускаемся. Открываем везде проходы, чтобы можно было бегать везде нормально от него. Так, сейчас мы, получается, откроем здесь дверь. Да, пройдемся через холл. Библиотеку есть смысл открывать? Мне ж, по идее, надо быть на первый этаж. Я думаю, наверное, нет. Если что, вдруг... если вдруг окажемся в библиотеке, тогда да. А пока, наверное, нет. Сейчас просто через холл спустимся и все. Да, открывай. Отлично. Так, сейф я здесь вскрыл. Да, все хорошо. Ну, теперь нормально можно будет открыть на первом этаже кабинет и уже через этих лизунов не бегать, блин. Через лизунов, зомбарей. Их там целая гора. И, кстати, можно будет сейчас взять этот шестеренку. Точно. И заодно сохраниться, как всегда. Сохраниться здесь надо почаще. Когда этот утырок рядом с тобой бегает, лучше сохраняться почаще. Так, ключ можно выложить, он нам не нужен. Это выложить. Это выложить. Давай, наверное, я сейчас кнопочку перенесу вот сюда. Шестеренку возьмем. Ну и, в принципе, получается все. Сохранится, да, конечно же. Конечно же, сохранится. Не пойму, где он. Но вроде с другой стороны, не здесь. Так, тут что-то, получается, еще осталось в этом офисе. Да, осталось. Это у нас патроны. Все? Да, все. Не кряхти. Фух, замечательно. Спокойненько так дошли. Так, 102, 103. 102. 103 и 203. Я пока, наверное, первым делом возьму подсумок. Отлично. Подсумок нам сейчас очень нужен. Замечательно. Все, хорошо. Теперь давай берем патроны. А, там у нас нет патронов, там у нас есть порох и ножик. Ну и, в принципе, и все. В принципе, и все. Так, теперь у нас там еще есть порох. Мы можем дойти и сделать патроны себе. Да, если уж на то пошло. А так, по идее, все. Нам надо будет только на третий этаж. Мы можем пройти здесь, на третий этаж. Порох я бы забрал, честно, конечно, потому что порох нужен.
вспомнить бы, где он еще валялся тут. Где-то я его должен был пометить. Вот он. Я, наверное, пока не буду его совмещать. В принципе, здесь все, и мы с вами идем на лестницу. Опять на третий этаж, в сторону часовни. Сразу в часовню попасть мы уже можем, наверное, напрямую, да? А есть через второй этаж, то это душевая. Душевая, потом третий. Ну хорошо. Где-то здесь, что ли, лазит? Не пойму. Давайте на всякий случай лучше я сохранюсь. А то чувствую, он где-то здесь лазит. Надо будет сейчас за ним, придется от него бегать. Так, шестеренки, все, порох выкладываем. Ножик один выкладываем. Тебя, наверное, сейчас перенесем вот сюда вот. Хух, ну как-то так. Так, патроны тут еще остались, интересно. Очень много пороха. Да, патроны еще остались, замечательно. Лечебный мне не нужен. Кстати, можно будет сейчас вот эти вот сделать лучше. Один порох и белый. Кислотный боеприпас. А, так это другие. Это другие. Вот где меняются боеприпасы. Хорошо, кислотный. Посмотрим, как это будет влиять. Но уже, наверное, в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.